приезжаю к бабушке и в 101-й раз сидим вдвоем на лавочке. Я слушаю рассказ про войну и горе, про любовь и море, зимы, что в Сибири детство не щадили. Бабушка смешная, сколько же ей лет? Будет 90. Бабушкин ответ. Улыбнется хитро, многое поймет. Я уеду снова, а она все ждет. Думаю.